Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Ссылочку для того, чтобы купить данный аппарат, вы найдете в описании к видео. Переходите, покупайте. Итак, всем привет! И тут стало известно, что HomeTom HT20 до конца сентября будет доступен по цене менее чем за $100. Компания HomeTom при поддержке одного из крупнейших онлайн-магазинов AliExpress объявила о старте официальных продаж защищенного смартфона HT20. До конца сентября производитель будет продавать данный аппарат по цене предзаказа всего за $99. При этом отправка будет осуществляться непосредственно в день заказа. Отметим, что для многих HomeTom HT20 оказался одним из самых ожидаемых смартфонов компании, так как благодаря методу вакуумной сборки по габаритам он не отличается от обычных телефонов, но в то же время защищен от ударов воды и пыли по стандарту IP68. Характеристики HomeTom HT20 имеют следующие: 4,7-дюймовый дисплей с разрешением HD 1280 на 720 пикселей, 4-ядерный 64-битный процессор Mediatek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, встроенная память 16 ГБ, слот для карт памяти до 64 ГБ, 13-мегапиксельная основная камера, 5-мегапиксельная фронтальная камера, 2 слота для сим-карт с поддержкой 4G, аккумулятор емкостью 3500 мАх, сканер отпечатка пальцев, ось Android 6.0 Marshmallow. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.